Куда едет наш красавчик сегодня? Красавчик. Вообще у него дел сегодня нет. У нас сегодня дела с Ариной. Он прогуливается. Куда идет сегодня наша красавица, да? Куда ты идешь? Да расскажи нам, куда идешь. Она стесняется. Короче, мы идем ее записывать в бассейн. В группу с тренером. И она будет ходить в бассейн. Плавать будет. Это у нее такие тренировочки будут. Бассейн — это круто. Ну, потому что она любит плавать, поэтому она захотела бассейн, и мы ее отдаем. Пойдем записывать сейчас. Вот так. Я тоже раньше ходил в бассейн. Вспоминаю, прикольно было. А я не ходила, у нас не было в моем городе бассейна. Но я очень люблю плавать. А я в Минске ходила в бассейн. Да, в Минске, в садике, в самом садике был бассейн, класс. А у нас он нас просто сегодня сопровождает. Да? Я скажу, смотрю, чтобы вы не наделали глупость. Чтоб все было отлично, да? Ну, погода сегодня отличная, в принципе. Солнышко светит. Сегодня у нас уже почти сентябрь. Такое 29 августа, да? Или 28? 29 августа. Немножко стало прохладнее, но мы уже одели вот даже кофты там. Какие-то не шорты. Но все равно еще пока тепло. Классно. А вот и ФОК. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы пришли. Ну все, Арина, иди. Иди, Арина, устраивайся в этот. В бассейн. Скажи, я пришла. Тебе скажут, и что? Скажешь, ничего, я пришла. Все. Хочу плавать. Хочу плавать. Я буду. Артурчик, дай мне соску на часик. Эй, отдай соску на часик. Я придумала. Артур, не хочешь отдавать соску? Даже мне. Артурчик, я твой любимый бешеный кабан. И ты мне не отдашь соску. Отдай соску, отдай. Отдай соску. Отдай соску. Мне кажется, не дам. Зачем тебе соска? Это моя соска. Это моя соска. Это моя соска. Теперь все. Все снимала бешеного кабана. Артур, тебе соска не мешает? Ой, соска освободилась. Хватит. Чуть-чуть спрячем соску скорее. Спрячем соску. Дай ему одного кольца достаточно, другие скажи, не важно, да? Смотри, я другие кольца поставил. У нас Артурчик сегодня кушал томатный суп. Давай поставим сюда. Оп. Пришла я с Артурчиком на кухню, взяла помидорку покушать. Он как начал за ней гоняться, в общем. Покормила на кухне, а потом сделала ему супчик томатного. Пришлось дать ему помидорку, да? И он скушал сегодня две помидорки. Довольны. Ни разу, кстати, не поморщился, они-то не сладкие. Не то, что не нектарины, которые он ест. Нравится тебе? Зато все наелся. Нравится, да? Нравится.
Нравится. Все, я сплю. У нас как даст тебя этой штукой. Я пупчик сплю. Смешно тебе, да? Арина делает фокус. Да, когда я вырасту, я посмотрю, то, что это не для Ютуба, это еще не знаю. Мама, не смей его выложить. Сейчас. Мы смотрим с Артучком фокус. Так, начнем. Не, было видно. Да? Да, переделай. Вот так вот, значит, надо делать. Было видно, как ты убегала. Блин, как ты это все сделала? Ближе сюда стань. Ближе вот сюда. Так вот. Угу. О, класс, все, Арина пропала. Класс. Артурчик. Вот он, сорокезика, малыш. Малыш. Артурчик сорокезиком. В общем, что-то с утра сняли мы сегодня немножко, а потом забыли. Надо снять хотя бы, что мы вечером делаем. А делаем мы что-то, сделали вкусненькое. В общем, что-то смотрите, непонятное. Какая вкуснятина, это называется галеты. И Артуру надо. Они из муки зеленой гречки. Мама. Знаете, зеленая гречка продается. Вот мы мололи муку, и я делала галеты, я еще не пробовала. Вот, в общем, запах такой прикольный. И я хочу, чтобы ты его попробовал. Я первый должен пробовать. Ну, попробуй. Я первая вообще-то попробовала. Ну, потом скажешь что-то. Должно быть вкусно, мне кажется. Я пробовала сырое вкусно тесто, было прикольно. Ну что, ну как? А сюда. Прикольно? Напоминает орехи. Орехи? Блин, класс. Класс. Прикольно, вкусно. Мне нравится. И хрустященькое мне такое. Мне много чего нравится. Я думаю, мне понравится, кстати. Ну вот, это новенькое. Выглядит классно. Делается, кстати... Почти быстро. Печется вообще быстро. 15-20 минут. Так что вот такие дела. Будем кушать и смотреть новый фильм.